Началась спасательная операция «Голубой акулы». Дошло спасательное судно, спасатель Илин и еще один маленький баркас. На этих кадрах вы видите, что баркас уже уходит оттуда, а это судно, спасатель Илин, остается на месте. Мы будем вместе с вами следить за всей операцией. Сейчас к ней постепенно намывается мель. Ходит мужичок. Возле Ориона у нас подтопило. В Орле чуть-чуть подтоплено. Молодцы. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в поселке Витязева. Меня зовут Юрий Азаровский. Сегодня вам предлагаю немножечко сверху посмотреть на голубую акулу, которая стоит там, прогуляться по паралии и поубираться на пляже. Надеюсь, что вам понравится. Вы поддержите нас в комментариях, и хорошее настроение вас никогда не оставит. Но от души хочу поблагодарить всех людей, которые принимают участие в уборках. У нас сегодня было больше 35 человек, и были дети, и взрослые. Это очень приятно. Мы навели порядок на небольшой площади. Об этом вам всем поподробнее. Смотрите в сюжете. Приятного просмотра. На уборочку собираемся, ребята, сделать наш выход на пляж более чистым. И детки нам помогают, и взрослые. И я. Процесс пошел. Народ накинулся. С стороны смотрится прям вообще хорошо. Столько стекла собрали. Очень жалко наши пляжи. Я от души благодарен всем неравнодушным, кто вышел навести порядок. Хотелось бы, чтобы те люди, которые приходят, еще кораблю немножко помогали бы. С чистотой было бы вообще хорошо. Супер популярное место. Нескончаемый поток людей. У нас растут кучки с мусором. Потом тракторок у нас будет это все забирать и возить на лодочке. Больше подтягивается. Приходят наши подписчики. Спасибо им за это. Реально классно смотреть, когда пляж приводит в порядок. Езжает трактор. Загружаем туда уже собранный мусор. Людей бы привлечь, но самосознание не у всех работает. Посмотрите, только что на этой дюне было перед кораблем огромное количество мусора. И вот наши дорогие жители города навели уже порядок. Нашлось дело, даже самым маленьким. Как муравейничек кипит. Дети ходят у нас по дюнам, собирают мусор. Ну, кто-то просто гуляет. Каждому свое, видите, все. Фух, мне кажется, я эту кучу не побежу. Я тут все таскаю, таскаю с нее. А там что-то меньше не становится. Ладно, пока есть сила, действуем. Раскопки, ребята. Нашли вот такой засыпанный уже песком досточки. Мы тут загрузили. Территорию мы собрали. По идее, завтра приедет с кузовом большим. Трактор заберет доски. Пластик убираем сразу, у нас там лодочка стоит. Девочки, мальчики, все двигаются. Как приятно видеть, что пляжик очищается. Вот сами посмотрите на территории, там кучки, конечно. Еще убирать, потому что шторм делов натворил. Но все равно все чище и приятнее. Пролетели 2 часа времени, ребят. Территория между паралией, в ту сторону чуть улицы Светлой, и сюда уже в сторону улицы Мира. Все люди, которые большие молодцы, выходной день провели и с семьей, и с детьми, и с пользой. Красота. Самое главное то, что остается чистое побережье. Это очень важно. Эти лица, ребята, всех тех, кто сегодня вместе с нами помогал делать пляж лучше. Молодцы. Идешь чисто, хорошо. Благодарю каждого человека, кто потратил свое время на то, чтобы наши пляжи сделать чище. Много можно обсуждать на тему того, что арендаторы убираете и так далее. Но мы здесь сейчас живем, это все засыпет песком, пока там будут разбираться, кто кому что должен, кто где что зарабатывал. Это все окажется там внизу. А свалка будет при этом все больше и больше расти. И благодарю Мупаку за технику. Ребят, спасибо за вывоз мусора. И спасибо тоже за ваши уборки на пляжах. Прежде чем отправиться гулять по паралии, давайте посмотрим с вами небольшой видеосюжет о помощи нашим солдатам от наших деток. Мы сегодня находимся в детском садике «Колобок» в центре города курорта Анапа. И здесь дети и их родители вместе с руководством садика подготовили подарки для наших дорогих солдат. Давайте послушаем детей, что они желают нашим дорогим воинам. У многих находятся родители на войне. Наши ребята детского сада МБДУ номер 17 «Колобок» решили поучаствовать в акции «Коробка доброты» и собрали маленькие подарки к Новому году нашим солдатам. Принесли всех, что могли.
Это и сладости, и чай. Мы приготовили им новогодние рисунки. Мы надеемся, что капелька нашей доброты согреет их в новогодние праздники. Я желаю, чтобы у вас все было хорошо. Вы только победили врагов. Мы вас ждем очень сильно. Это вам. Спасибо. Вы победили и никогда не болели. И чтобы было мирное небо. Спасибо. Я желаю, чтобы вы всегда были здоровы и всегда было мирное небо. Спасибо. Желаю вам, только у вас было в руках победа. Только вы прилетели побыстрее домой. Мы вами гордимся, возвращайтесь с победой. Вы супер военные! Желаю мирного неба и счастья над головой. Желаю вам, только у вас было в руках победа. Только вы прилетели побыстрее домой. Мы в вас верим, мы знаем, что вы победите. Возвращайтесь с победой домой! От фонда «Время помогать людям» мы выражаем искреннюю благодарность руководству детского садика «Колобок», также воспитателям, родителям и, конечно же, замечательным деткам. Спасибо вам большое, что вы участвуете в акции и дарите добро и тепло своих душ и сердец солдатам. Любители паралии скучают по ней круглогодично. Сейчас парковочка перед ней пустая практически, только там на машине еще две. Но Витязево у нас жило благодаря тому, что как раз таки на пляже появилась голубая акула. Благодаря этому нас навели на паралии порядки, ну и мы сегодня на пляже еще навели порядки. И благодаря этому, для того, чтобы пляжи были чисты. С левой стороны работают два заведения, Seafood и Грека. Можно покушать, прийти и потом прогуляться туда дальше. Сама паралия пустынна, если сравнивать с летом, но для меня в зимний период довольно-таки много людей. Заведения, которые слева и с правой стороны у вас находятся, вы их все абсолютно знаете. Здесь и парк Византия, и замок Страха, и кафе Византия, и Гавана Мама, и Эллада, там оптовый склад, а тут также кафе Арарат, где в этом году Артур жарил шашлычки. Сейчас Артурик у нас находится Пятигорский, продает шубы, верхнюю одежду и скучает по вам, по всем, передает вам всегда, когда мне набирает огромные приветы. Так что, ребята, заходите к нам в Телеграм, он часто сидит тоже там. Общайтесь, наслаждайтесь и подписывайтесь, самое главное. Сыроварня и винодельня Вальма с правой стороны, кафе Фрегат. Кто-то что-то сидит, ест. Может быть, новогодние корпоративы какие-то будут проводить. А нет, может... Слушайте, походу Фрегат работает, потому что люди гуляют по паралии, собственно, что к ним поработать, может быть, кто-нибудь зайдет поесть. Под кораблик у нас некоторые заведения пооткрывались. Здравствуйте. Какие-то перевозки идут. Роман мне звонил, он говорит, они взяли гостиницу, и блины будут свои делать, но немножко не здесь, в районе Лока Витязя. Так что те, кому они действительно полюбились, вы сможете и приехать к Роману отдыхать на первую практически линию, а также блинов у него попробовать. Надеюсь, что вам понравится. Не очень презентабельно выглядят все наши заведения, которые сейчас листами подзакрыли. Хочется, на что все работало круглый год. Но здесь, я думаю, что преследует одну важную цель, чтобы оно все выжило. К следующему сезону открыться, вас радовать. Никто, честно, не ожидал, что в этом году будут люди в таких количествах тут зимой гулять по паралии. Откачивают воду со стройки. Разговаривали с хозяином кафе «Встреча», и они как раз-таки изготавливают каркасы, чтобы пальмы уже здесь росли, как говорится, в корень. Будут делать печки, чтобы тепло их оберегало, и они зимой не вымерзли. Мы видели самое начало, когда это происходило. Сейчас вот можете увидеть, эти каркасы будут ставить на пальмы. То есть красота будет сохраняться и приумножаться. Паралия чуть-чуть подтоплена в этом месте. Почему именно до конца этот шланг не доделали, вода где-то с середины течет, мне, честно, особо непонятно. Но пока вот выглядит вот так вот. Ну и стройными рядами люди прогуливаются по нашей паралии. Это район Встречи и Люксора. Кто может помнить из смотрящих, когда Люксор был одним из самых популярных клубов в Анапе. Сюда даже в Витязево зимой люди приезжали, чтобы там потусоваться. Было такое время. Сейчас проходим гостевой дом Гаргипия. Есть у нас на обзоре на канале. Также с левой стороны гостевой дом Итаки находятся магазинчики.
разные вам всем знакомые любителям Витязева. Ну, впереди тоже у нас небольшие подтопления и застройки, которые ведется на месте старых рваных парусов. Возле Ориона у нас подтопило. Ну, есть проход по правой стороне. И постепенно вырывается из земли уже первый этаж. Какие высокие потолки здесь будут. Ждем, когда появится в полном размере это заведение. Слушайте, я думал, оно пошире по площади будет, но оказывается, что нет. Эти отступы соблюли и уже скушало помещение. Но будет три этажа. Пока приходится, как говорится, форсировать по арматуре. С левой стороны, где было заведение, в котором мы встретились несколько раз в этом году, идет ремонт. То есть уже внешний облик у него будет меняться полностью. Это у нас Серебряно-Знойная улица. И тоже можете увидеть людей, которые здесь гуляют. Впереди пальмы уже закрыли в домике. Но почему удивился, что там будут печки? Потому что вот в этих крытиях для пальм печек никаких не было. Японская кухня, вообще это веранда называется заведение, там была китайка. Ну и пальмы спрятанные от стихии зимней, потому что у нас уже минусы пришли. Тоже здесь мы видим с правой стороны санаторий Дюна и чистота на параллели. Это очень приятно, очень рад, что все-таки нашли в себе силы администрация наша и привели в порядок. Потому что было прям очень стрёмно. Было очень обидно читать отзывы людей, которые писали, что приехали в Витязево посмотреть на акулу в море. Тут такая вот беда случилась, что все в мусоре, мусорки все забитые. В общем, было стрёмно. Сейчас красиво. И люди с удовольствием идут и уже хорошие отзывы оставляют. И впечатления в памяти тоже будут очень классные. Далее с левой стороны находится наш аквапарк Витязевский. Сейчас сюда тоже подъезжают люди, чтобы поближе добраться до акулы. Не знают все, что надо ехать к улице Мира. Там гораздо проще добраться. Уже отсюда начинает появляться морской песок. Вот сюда у нас долетал он, и волны приходили. Ну, сейчас почище. Хотя я смотрю, что мусорки хоть и были почищены, кто-то их либо перевернул, либо люди все вот мусорки идут, потому что в основном все пустые, но присутствует мусор. Надо, значит, опять порядки здесь наводить. Будет выглядеть возле этой гостиницы в дальнейшем территория. Меня все постоянно просят: Юра, узнай, как называется эта гостиница. Ну, нигде не написано, как эта гостиница называется. Здесь есть адрес. Гостиница «Пляж» называется. И улица Черноморская, 207. Все. Вот. Кучу раз просили, а это вообще не гостиница. Это просто столовая. Возможности проживания. Все, наконец-то этот вопрос закрыл. Чем ближе к пляжу, тем больше песка. Магазин продукты, думаю, скоро дюны зайдут. Потихонечку отсюда забирать, потому что еще все самые сильные ветра только впереди. Пожалуйста, вам предприниматели что-то подготавливают, потому что поток туристов идет, и я так понимаю, что они собираются работать. Уже украшивать свои рулеты. А что, классно идешь с детьми на пляж? Можно будет пострелять, шарики покидать. В общем, красота. Сейчас даже выходной, видите, у нас погода не совсем летная, но люди вдоль берега гуляют и к кораблю прибегают. Там возле корабля вообще опять столпотворение. Такое ощущение, как будто как летом народу. Но чистенько после нас, это тоже плюс. Красиво смотрится сегодня, такая темная Напа, тучи, нежное море, ветра практически нету. Просто картинка завораживающая и манящая, чтобы прийти и посмотреть на все это своими глазами. Саму береговую линию тоже приводят в порядок. Море потихонечку пытается отступать. Строили какую-то, я так и не понял, что это должно было быть. Но строили, море пришло, это все разбомбило возле пирса. И очень долгое время уже пляж не отходит все-таки на место, где был раньше. То есть побережье пока опять сократилось. Все-таки надеемся, что летом оно вернется обратно. Каждый день сюда можно приходить и делать новые фотографии. Они всех популярны во всех соцсетях. Фото корабля вот сегодня на фоне такого великолепного неба. Если солнышко еще выйдет, больше лучей даст, такие как сейчас на горизонте, то получится невероятно красивая картинка. Мы увидим, как семья фотографируется. Они были здесь, у них, может быть, эта картина с этой фотографией дома появится на стене теперь. Постоянный трафик с улицы Мира и на мотоциклах, и на машинах частично. В общем, двигаются как могут все в сторону корабля. Было бы очень круто, если бы на сухогрузе установили елочку с гирляндой. На нас... О, кстати, ребята, на палубе люди! Вау! Только что кто-то там... вот он, смотрите. Ходит мужичок прямо на палубе, на носу.
А нам говорили, что там никого нету. Эй, мужик, по машинам ручкой. О, круто. Не знаю, там обходит, наверное, смотрит, все ли в порядке. Но мы вот увидели с вами живого человека там. А нам говорили, что там никого не осталось. Значит, нас подманули. А чем по кругу ходит? Спортом, походу, занимается. Прикольно. Порадовал момент, конечно, с тем, что наконец-то заснял людей на борту. Сколько раз возле него уже близко был, все никак не удавалось. Но вот с берега мы увидели, тех сможем с вами поделиться. Ну и красивейший закат, вид на наше любимое Черное море сегодня в подарок. Просто фантастика. Виды, которые прям очень радуют и, я бы сказал, даже завораживают. Приезжайте к нам обязательно, ребята, смотрите на акулу, делайте фоточки, делитесь со своими близкими, это очень хорошо. На прямой линии к этому кораблю сейчас находимся. Какие там красивые лучи все-таки закаты на задней части. Смотрим влево, людей много убегает от волны. Вправо то же самое. В общем, оживленный пляж, видите, вот теперь действительно, что надо было сделать, чтобы курорт стал круглогодичным, говорили они. Ну вот, ответ на ваш вопрос. Людей теперь много, постоянно. Больше всего интересно, есть среди людей те, кто сюда приходит уже не первый раз, чтобы понаблюдать за голубой акулой. Он красивый, большой, классный. Просто, так сказать, вау-кораблик. Не понимаю, почему до сих пор никакую кофейню прямо на пляже тут не поставили, чтобы люди могли прийти, взять кофечко, сесть на какой-нибудь пуфик и любоваться этой красотой. Мне кажется, многим бы зашло. Вы как думаете, ребят? Констатируя вот факты, мы когда были здесь, акула стояла дальше от берега. Сейчас к ней постепенно намывается мель. Остановились течения, я думаю, что в дальнейшем так и будет. Здесь вот написали люди на корабле, отзовитесь, и там действительно кто-то отозвался, ходит человек. Это как бы очень интересно наблюдать. И посмотрите с той стороны тоже, сколько людей на прогулках на пляже. Положа руку на сердце, можно сказать, что корабль-то и красивый, и классный, и притягательный, и народу там много собирает вокруг себя, но одно большое. Во-первых, он изменит экологию нашего берега, да, то есть мы сейчас видим, как образовывается мель. Это значит, не будет прокачиваться вода вдоль берега, будут болотиться берега морские, черноморские. С другой стороны, приедет много туристов, да, ну, лучше меньше, но чище, потому что природа должна привлекать людей, а не техногенные катастрофы. Поэтому очень бы хотелось, чтобы оно отсюда побыстрее бы свалило, это судно. Потому что вот сейчас своими глазами вижу, как берег становится все ближе, ближе и ближе. Намывается мель, не промывается. И ну, в дальнейшем, когда море будет свести, это будут прям жуткие проблемы. Так пришел шторм, но все продуло, промыло, а так все будет сбиваться к этому кораблю. И только хочу отца все. О, у нас уже Новый год, петарды там вообще взрывают. Приятно видеть, что кто-то там хоть есть, но говорили нам, что никого нету. Странно. Я уже не помню даже, какой раз прихожу до корабля и постоянно радуюсь этой красоте и атмосфере, которая здесь происходит. Море, люди гуляют, шум прибоя, все так чище стало. В общем, красота. Радуйтесь, тоже приходите, ребята, обязательно. Без панорамы с дюн. Сюда вид открывается воистину шикарный. Наше море. Просто фантастический вид на корабль и на первую линию нашего поселка. Незаметно подступили отели. Сюда и чем дальше в сторону косы, тем они уже круче становятся. Так тут все выглядит, ребятки. Витязева, Ван Лав, широченными еще пока пляжами. Теперь еще с голубой либо синей акулой ждет вас в следующем году. Мы сегодня убирались,
На чем показать? За 2 часа было. Вот это чисто пластик, неразлагаемый мусор, который был собран нашими волонтерами. Колеса и все сюда. Трактор это свез. Это вот небольшого промежутка, район дюн. В следующий раз соберем еще больше. Ну и доски. Тут. То есть это все в лодочку загрузят и вывезут. Ну, почти полная, думаю, даже будет. И там еще очень много крупногабаритных досок осталось. Их вывезут уже потом. Объем работы, который мы сегодня сделали. Так что всем еще раз спасибо людям, кто принимал участие в уборке. Вы огромные молодцы. На улице Мира сегодня тоже много машин. Но не так много, как это было, конечно, в первые дни. Тогда тут даже, несмотря на то, что было все подтоплено после штормов и непогоды, людей прям толпа, не знаю, манила. Но трафик сохраняется, люди тянутся к кораблю. Ну и по доброй традиции наслаждаемся видом на корабль и море. Друзья, подписывайтесь на канал, жду вас в комментариях. Ну а также отправляйте видеосюжет вашим друзьям и знакомым. Спасибо за вашу помощь и поддержку.